С самого начала почему-то так уж вышло, что на сей раз не финалом в упражнении с лентой завершается мероприятие, а вот поменяли последовательность. И потому именно упражнением с булавами заканчивается сегодняшнее мероприятие. И снова француженка, и снова вне конкурса перед вами. Это не француженка, это итальянка. Как говорится, вот, если есть трюкач и в цирке вот самый такой жонглёрщик, вот, то и в художественной гимнастике представляет из себя Канталупи, которая по элементам, в принципе, ничего даже не старается делать, так просто пытается. Но то, что она творит с предметом, это на грани фантастики. Ну и где же? Ну, сейчас будете смотреть. Ну, вот уронила немножко. Действительно фантастически. Перехвалила я ее. Ну да, булава в неподвижности не находилась прошлой секунды. Ну да. Конечно, мы все с вами уже избалованы мастерством Ольги Капрановой, у которой предмет вообще не остается в неподвижности, причем выполняя нереально сложные элементы.